Этот видеоролик будет исключительно для той аудитории, которая паникует на Власовке, в Светловодске как раз. То, что громкий выхлоп, там что-то ездит, прямоток. Вы не знаете, что такое прямоток. Я вам это продемонстрирую обязательно. Вот он, как работает. А вот как звучит у нас выхлоп прямо точный. Как вам разница? Что ты там хотел, бирюзовый? А? Я показываю, что такое прямо точный выхлоп, и что такое нормальный выхлоп, чтоб не пи***ели вот там в грудь. Вот она мощь, японская мощь. Теперь давайте мы с вами побеседуем, то есть какие у вас замечания ко мне, к тому, что я езжу. Громкий выхлоп, нам невозможно спать, дети на дорогах, о боже, давим детей, сбиваем просто, я не знаю. Отвечаю вам, для чего нужен выхлоп? Дальний свет не всегда работает для любого водителя, который едет на легком в автомобиле, тяжелом, это не имеет значения. Это как раз дает некое преимущество для того, чтобы нас услышали. То есть не всегда нас увидят с дальним светом. Я еще раз на это напоминаю. Выхлоп как раз именно дает это преимущество, что нас услышит человек и уже будет по зеркалам смотреть. И будет какой-то акцент на это. Так вот, это дает именно то преимущество, что нас услышат. Это моя безопасность. Безопасность мотоциклиста. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Я больше не хочу об этом говорить. Следующий вопрос. То, что дети на дорогах нам и так далее. Во-первых, сразу говорю, дети не должны быть на дорогах. Отвечайте вы за ребенка, почему он там оказался. А я, если уже попадаю в такую ситуацию, естественно, это моя ответственность. Но извините меня, я знаю, когда можно ехать, а когда нужно приостановиться. Поэтому эти вопросы должны сразу же откидываться. Что вы скажете на то, что если будет ехать автомобиль или мотоцикл с тихим выхлопом, а ваши дети гуляют на дорогах, за которых вы переживаете, и будет ехать мой мотоцикл, который слышно, как вы думаете, ребенок попадет в какой транспорт, который едет тихо или под который будет слышно? Если вы после этих комментариев все еще будете продолжать об этом визжать, то я не вижу тогда смысла с вами общаться. Если вы такой народ негативный, ну живите себе в негативе своем, ради бога. Мне вообще плевать, по сути. Но исключительно этот видеоролик для того, чтобы вы понимали. Стандартный выхлоп. Выхлоп — это моя безопасность, что меня увидит автомобилист, который будет спереди ехать или вздумает резко там куда-то повернуть, то он обратит внимание. То, что я еду сзади. Всех благ. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях.